Наступило лето, и катание на велосипеде только в радость. Более того, оно помогает уехать от многих болезней и долгие годы держаться в отличной форме. Чем еще полезны велопрогулки, расскажем в сюжете. Если вы устали от суетливых будней, хотите насладиться свежим воздухом, солнечной погодой и новыми впечатлениями, то прогулки на велосипеде для вас. Тем более, что они несут и массу плюсов для здоровья. Кстати, велопрогулки понравятся и настоящим романтикам, и любителям городской суеты. Но если последний раз на велосипед вы садились в далеком детстве или вообще ни разу этого не делали, то лучше начните знакомство с велосипедом с коротких дистанций. Расстояние и скорость езды увеличиваете раз за разом. Но ненамного. Перед выездом нужна 5-минутная разминка. Сделайте несколько наклонов тела влево и вправо и назад. Также выполните махи сначала выпрямленной ногой, а затем другой. Защитный шлем – обязательный элемент экипировки. А наколенники и налокотники – дополнительная страховка от ссадин при падениях. Обязательно отрегулируйте высоту седла. Оно должно быть установлено так, чтобы на педали в нижнем положении стопа стояла горизонтально, а нога была выпрямлена. А знаете ли вы, что велопрогулки укрепляют мозг? Велосипедные тренировки улучшают кровообращение головного мозга, что является отличной профилактикой болезни Альцгеймера. Кроме того, это и тренировка глазных мышц. Перефокусировка с близких предметов на более дальние улучшает остроту зрения, предотвращая развитие близорукости. Кручение педалей укрепляют мышцы ног, спины, брюшного пресса, а также суставы и связки. Если у вас есть предрасположенность к варикозному расширению вен, велопрогулки – лучшая его профилактика. Благодаря кардионагрузке стенки сосудов становятся эластичнее, повышается их тонус и улучшается кровообращение в них. В общем, чем длиннее дистанция, тем дальше от инфаркта. Аэробная нагрузка улучшает вентиляцию легких, снижает риск заболеваний органов дыхания, и все органы и ткани получают больше кислорода. Кроме того, езда на велосипеде отлично снимает стресс и помогает избавиться от бессонницы. Физические нагрузки ускоряют обмен веществ, а в результате все органы и системы начинают работать более четко и слаженно. А еще велопрогулки – это приятный и эффективный способ сбросить лишние килограммы. Нужно будет кататься через день, а лучше каждый день, не менее 1,5 часа со скоростью 10 км в час и выше. Есть можно спустя час после тренировки подойдет. Нежирная рыба, отварное мясо, омлет, овощи, фрукты. Кристина Смирнова, Владимир Кондратьев, Тюменское время.